Иосиф Федорович, скажите, пожалуйста, чем закончилась та судебная тяжба по поводу, вот, когда вас обвинили, а не въезде, связанной с в Америку? А она не закончилась, она продолжается. Она продолжается, но Госдепартамент, так сказать, категорически отказывает. Есть постановление Государственной Думы России, которое, по моему заявлению, запросило все правовые силовые структуры, и ФСК, и контрразведку, и РУОП, и ГУОП, и Генпрокуратуру, и Интерпол, и Петровку, все запросило. И от всех получило ответ. Основываясь на их ответах о том, что я никогда ни в чем не был, так сказать, не заподозрен, ни тем более, так сказать, под следствием, а Государственная Дума приняла постановление и направила его в МИД России для того, чтобы сообщить всем странам о том, что я, так сказать, ни в чем не провинился. И мы обратились к Америке, но что они авторы, так сказать, всей гадости, которая была запущена в компьютеры. Конечно, они меня знать не знали, но по сообщениям наших спецслужб, спасибо господину Коржакову, Барсукову, которые все постарались через... Барсуков, вы знаете, что он липчанин? Он кто, липчанин? Был липчанин, и мать его здесь сейчас живет. К сожалению, он не украсил, так сказать, своей биографии Липецк трудовой, поэтому мне это все равно. Я отношусь к Липецку намного... больше, с большим пиететом, чем к таким генералам. Да, так вот, в общем, ничего пока. Они твердо стоят на своем. Господин Черномырдин, наш премьер-министр, просил. Министр иностранных дел Примаков просил снять всю эту информацию или предъявить, если у них есть претензии. Нет, ничего не снимают, ничего не предъявляют. Вот такая идет изоляция бюрократическая. Ну, ничего, я не считаю наказанием жить в родной стране. Мне хорошо здесь.